Меня зовут Дима Крылов, я сотрудник галереи «Виктория», музыкант, и вот провожу цикл лекции про... Вот сейчас будет про послевоенный авангард, следующий будет через неделю про современную музыку, это после 70-х годов. Послевоенный авангард, собственно, случился после Второй мировой войны, несложно догадаться по названию. Он просуществовал с 46-го года по начало 70-х, даже под конец 60-х он уже затухал. Был связан именно с тем, что сменились ориентиры, и как бы технологическое развитие шагало семимильными шагами, и что требовало от композиторов новых подходов, что технических, что философских. И сегодня рассмотрим как раз-таки отдельные персонали, какие-то приемы, которые использовались, приемы и жанры, которые использовались во второй волне академического авангарда, и не только академического. Прям про всех рассказывать не буду, потому что это бы затянулось на часа 3-5. Сегодня кратенько, галопом по Европам, пробежимся по истории в хронологическом порядке. Постараюсь объяснить каждый термин, каждый поджанр и отдельно про каждого из участников всего этого великолепия. Но для того, чтобы понимать до конца послевоенный авангард, логично предположить, что было до войны. Это был авангард первой волны, который был как раз-таки в начале 20 века, связаны по тем же причинам. То есть это индустриализация общества, техническое развитие, попытка свергнуть все предыдущие устои. Началось это все в 1908 году. Ну, объективно это началось раньше, но будем считать, что началось в 1908 году с такого понятия, как атональная музыка. Это вообще, в принципе, новая парадигма, связано с тем, что используется уже не 7 нот, а 12. То есть если раньше это были исключительно лады на белых клавишах, то теперь были включены черные, и тем образом расширилась палитра и изменилось звукосочетание. Первая волна авангарда считается, что закончилась в 1945 году от смерти одного из основателей Нововенской школы Веберна, насильственная смерть от рук американского солдата, который перепутал, когда тот курил сигару, что он хотел в него выстрелить. Вот такая вот нелепая смерть, но тем не менее она положила конец первой волне авангарда. Важно заметить то, что в первой волне была как нововенская школа, связанная с тональностью додекафонии, так и русский авангард, который тоже очень шумно прогремел. Но он закончился еще раньше, в 29-м году, потому что почти все его участники либо прекратили заниматься деятельностью из-за режима, либо из-за этого же режима они эмигрировали и стали уже не русским авангардом. Можно сказать, что ключевыми фигурами в первой волне авангарда были Шонберг и Веберн. И вот именно Веберн в свое время придумал такую вещь, как многопараметровость. То есть это было настолько прогрессивной вещью, что она сильно коснулась второй волны авангарда. Суть заключалась в том, что параметр — это в целом единица композиции, то есть это смысловая ступень такая. Она может быть отношением между степенями, то есть различной высотой звука, продолжительностью, ритмом, какой-то артикуляцией звука, пространственным расположением этого звука. То есть если раньше до этого одно повлекало за другое, то есть все было в гармонии, если послушать классиков, то все звучит максимально гармонично, помпезно, то здесь отрицается полная связь между ними и создается, деконструируется эта связь, создается новая. Тем самым, опять же, если была такая вещь, как додекафония, которая рушила до этого тональную систему, то теперь рушится примерно все, то есть переосмысляется вообще произведение как таковое. В русском авангарде было очень много очень интересных вещей. Например, Абрамов со своей симфонией Гудков, которая предвосхитила такое понятие, как конкретная музыка в свое время, и был достаточно эпичным произведением. Был Обухов, который вообще предвосхитил электронную музыку тем, что создал еще до Льва Термина, который изобрел термин «вокс», звучащий крест, то есть это устройство, которое при прикосновении рукой, это же не прикосновение, а приближении руки меняло высоту звука, и тем самым это был электронный музыкальный инструмент. Пожалуй, вот если очень вкратце, то это первая волна авангарда, которая как раз-таки занималась тем, что отвергала все, что было до нее, в том числе классицизм, романтизм, модернизм по типу Клод Дебюсси.
И чтобы понять вообще, как звучит додекафоническая музыка, сейчас включу Веберна, это опус номер 3 на стихи Георгия. Это как раз-таки считается, что первое произведение в серийной технике, где используется 12 тонов. Dies ist ein Lied für dich allein, von kindischem Weinen, von frommen Tränen. Durch Morgengärten klingt es, ein Leucht beschwingt es. Nur dir allein möcht es ein Lied, das rühre sein. Leben war meine Fragen und Träumerei, nur Lächeln war, was du gegeben, aus nasser Nacht ein ganz entfacht. Nun drängt der Mai, nun muss ich gar um dein Abenteuer, Abenteuer in Sinnen leben. Как вы уже успели заметить, это сильно отличается от Бетховена или Баха. Да, то есть это полная деконструкция как таковой. Забыл слайд включить, вот он. Полная деконструкция получается того, что было до этого, где каждый элемент является в своем роде уникальным и, возможно, либо не соприкасающимся с другим, либо по какой-то очень хитрой математической логике, которую вы никогда не поймете. Настолько это была не понята музыка тогда и, скорее всего, сейчас, я особо ее не всегда принимаю, потому что в 10-е годы было очень сильное возмущение. Говорили, что это не музыка, а хаос какой-то. У нас кошки могут такое сыграть, на концерте Прокофьева говорили. Но, тем не менее, вот этот вот метод написания стал фундаментом для второй волны авангарда. Из чего же, в принципе, состоит послевоенный авангард? Можно выделить четыре направления, которые очень сильно конкретизируют это понятие. Во-первых, это сериализм. Сериализм – это развитие тематики серийности, то, что было до этого 12-тоновое, только немного другое. Ну, обо всем я этому все расскажу, пока вкратце. Сонорико-сонористика. В принципе, термины из разряда «кто кого переспорит, какой термин лучше». В целом это все про одно и то же. Это про музыку звучности, когда единица является не отдельный звук, а группа звуков, называемых кластером. То есть это такой гигантский аккорд надстроенный, который является вот как раз-таки таким сложным звуком. Электронная музыка, ну, думаю, тут понятно с электронной музыкой, где нет натуральных инструментов, где нет певцов, используются только звуки электрогенераторов, и звуки не должны как-то связаны с законами природы или человечности. Есть еще конкретная музыка. Конкретная музыка – это как раз-таки звуки из жизни. Это может быть что угодно. Это шум поезда, шум моря, капли падающие, галоп лошадей, вообще что угодно. Препарированные при помощи специальной техники, в основном это операции с магнитными лентами. Это сжатие, растяжение. И из-за этого создается композиция. Вкратце тогда. В общем, главной парадигмой второго авангарда или послевоенного авангарда, буду называть и так, по сути, это одно и то же, состоит в том, что музыка изменила свое отношение, звукоотношение, и она предполагает, что она не используется в готовом виде, а автор его постоянно изменяет в процессе сочинения либо в процессе изготовления, в процессе произведения. Булез, один из авангардистов послевоенного времени, говорит буквально цитату: «Сегодняшний музыкальный мир – это мир относительный. Под этим я понимаю то, что структурные отношения не определяются раз и навсегда абсолютными критериями, но, напротив, организуются по измененным схемам. Этот мир возник благодаря распространению понятия серии». То есть он говорит о том, что как раз-таки серийность, которая была в первом авангарде, преобразуется уже в новые понятия сериализма, и в целом то, что структурные отношения меняются. Ключевыми фигурами
после военного авангарда становится вот Булез, о котором я только что сказал, немец Карл-Хайнц Штокхаузен, итальянец Луиджи Ноно, грек Яникс Ксенакис. Мы сегодня о нем не будем говорить, но это тоже поясню, великая фигура. Просто почему не будем про него говорить? Потому что он в основном занимался музыкой на стыке всех направлений и жанров после военного авангарда, поэтому в целом рекомендую, но сегодня его затрагивать не будем. Естественно, Джон Кейдж, без него никуда вообще в музыке 20 века никуда не денешься, куда ни плюнь, везде Джон Кейдж, поэтому он тоже будет. В СССР это были Денисов, Шнитке и Губайдуллина, но о советских композиторах после военного авангарда говорить не будем, потому что это в основном 70-е годы, то есть это уже тоже с запозданием каким-то идет, и они как раз-таки занимаются тем, что они сочетают специфику всех наработанных приемов, поэтому, возможно, в следующей лекции про современную музыку про них затрону, но сегодня без них. И композиторы, в принципе, авангардисты, они постоянно на протяжении истории последовательно опровергали то, что было до этого. Это их природа такая. В послевоенном авангарде они уже и подвергли, казалось бы, очевидное, что могло быть для слушателей, это музыка. Что такое из себя музыка представляет? Например, в течение 20 века концепт тональности переосмыслил Шонберг в первой волне авангарда. Разнообразие материала у Веберна. Дальше пошло еще дальше. Это авторский выбор. Это у Штокхаузена и Булёза. Кейдж пошел дальше всех. Он вообще усомнился в музыке как медиа. То есть, что включает все понятия музыка, Кейдж поставил себе максимально такой вопрос ребром, что такое музыка. Но начнем с исторической тоже справки. Начнем с Теодора Адорно, который является одним из самых известных, наверное, философов 20 века. У него много работ, но в том числе у него есть работы, посвященные так называемой новой музыке, в которых он говорил о том, что принципы музыкальной композиции всегда объективно, хоть и несознанно, отражают специфику общества, в которое они создавались, что, в принципе, очевидно, казалось бы. И он считал, что задача композитора является создание максимально прогрессивной музыки на момент существования самого композитора. У него было много трактатов, самый известный из них – «Философия новой музыки» 1949 года. Тоже достаточно такое спорное с какой-то стороны произведение, но оно говорит о весьма конкретной вещи. О противопоставлении, весь трактат построен на противопоставлении Шонберга и Стравинского, как двух представителей, казалось бы, одного и того же, но разного. Адорно считал, что Шонберг ярчайший свидетель того, что в искусстве все еще пристанище душевных порывов, которым нет места бездушному современному миру. Стравинский же, наоборот, считался как диктат такой своеобразный, потому что у него всегда законченные произведения, они достаточно структурно подвержены достаточно строгости. То есть Адорно, в принципе, как, естественно, война закончилась, он был против всего этого, и он сильно боролся с диктатом в целом и в диктате музыки в том числе. Потому что считал, что вот 12-тоновая система – это полная свобода, а Стравинский заключен в рамки неоклассицизма. Что бы еще такого сказать? Вкратце тогда. Вообще главный аспект влияния Адорно в том, что именно под влиянием его философии в 1946 году открылась Дармштадтская школа с курсом международных летних курсов новой музыки, который является даже до сих пор одним из самых влиятельных форумов для какой-то серьезной и новаторской музыки. Вот про нее тоже немножко скажу. То, что эта школа существовала с 1946 года ежегодно, потом подсократили, раз в два года начали делать. Это цикл семинаров в Дармштадте, представляет собой образовательный информационный центр в области радикальных музыкальных практик и
к летним курсам также принадлежал фестиваль, на котором как раз-таки демонстрировались все произведения современных композиторов. И центральными фигурами в этом всем были как раз-таки Штокхаузен, Булёз, Ноно, те композиторы, о которых я говорил. Они там преподавали и сильно повлияли на последующих композиторов и вообще на авангард 20 века. Но со временем постепенно доминирование этого круга авторов стало вызывать некое негодование, то, что все это подчинено какой-то одной тематике, поэтому постепенно с 70-го года вроде как начали расширять курсы в драматургической школе, чтобы не было такого, что авторы взяли под свой контроль все. Вообще летняя школа была... Сейчас скажу это слово, лишь бы вас не триггернуло. Летняя школа была организована как программа денацификации. Сам не могу поверить в то, что это официальный источник так сказал. Потому что там можно было услышать композиции, запрещенные при нацистском режиме, и лекции крупных музыковедов, которые также были запрещены при этом же режиме. Через 5 лет Дармштадт становится центром новой музыки, в котором растут как раз-таки новые композиторы. Они игнорируют старые формы написания музыки и фактически послевоенный авангард пытается изобрести музыку с нуля. Важную часть как раз-таки повлиял на это все лекции того же самого Адорна, а также такой фигуры, как Оливье Мессиан, композитор. В экспериментальном сочинении «Четыре ритмических этюда» он обращается к тематике средневековья вообще, эпохи раннего средневековья, григорианский хор и матеты. Наверное, нужно тоже пояснить, что такое матет, чтобы было понятно. Матет – это вокальное произведение, сложно сочиненное, оно в основном делится на 3 слоя. То есть 3 исполнителя вокальных, допустим, они могут быть с разными текстами, на разных языках и поделены условно на 3 уровня. А сама структура песни такая, то что мелодика с разной ритмикой, и они не повторяются до тех пор, пока они снова не состыкуются. То есть такое разрозненное произведение, но в какой-то момент оно сливается, а потом снова деконструируется и снова сливается. И Мессиан в пьесе «Лад длительности и интенсивности» как раз-таки сделал вот сюрреализм. Это вот как раз-таки продолжение серийности, вот этой дикофонической музыки, только вот как раз-таки с применением вот средневековых каких-то приемов. То есть музыка представляет собой последовательность серии из определенных нот, длительность этих нот и их громкость, и ни один из элементов этой серии конкретной не может повторяться, пока не проиграются все остальные. Идея была достаточно также радикальной и не особо принята, но Мессиан вот это произведение написал, оно было достаточно не вписано в его, скажем так, не вписано в его творчество как в целом, но осталось в памяти у многих и повлияло также на остальных композиторов. Сейчас послушаем как раз-таки один из этюдов. Вообще все композиции тут очень сильно сокращены, чтобы также не растягивать это все на очень долго. Поэтому, если будет интересно, я могу скинуть каждый из названий, и вы можете послушать целиком.
Вот это вот сюрреализм, да. Булез, композитор, пошел еще дальше и сделал такую вещь, как паунтилизм. Не путать с тем паунтилизмом, который в искусстве применяется. Но, в принципе, он тоже связан с пуантой, то есть с точкой. Вот. И здесь применяется то, что точка тянется, тем самым образуя ряд точек и тем самым создается произведение, это как развитие мысли сюрреализма. Скорее всего, это ни о чем не скажет, и если я включу произведение, вы не найдете разницы между Булезом и Мессианом, но факт фактом. Булез также примечателен тем, что вообще очень сильно также развил современную музыку, открыв институт ИРКАМ, который существует до сих пор, он в нем преподавал с 70-х годов по 90-е. Там зародилось также много интересных музыкантов. Расшифровывается это как Институт музыкально-акустических исследований, находится он в Париже. Поэтому, если вдруг будет интересно следить за новыми именами или почитать какие-то трактаты, то вам дорога в ИРКАМ. А сейчас послушаем одно из, наверное, опусов таких величайших у Булеза. Это «Молоток без мастера». Это вокально-инструментальная партия. Здесь будет использоваться только два, потому что произведение длинное. Остановился на выборе с вокалом и, если не ошибаюсь, флейтой. Это был пуантилизм, да. Следующая фигура в авангарде послевоенном, наверное, самая значимая, самая известная, это Карл-Хайнц Штокгаузен. Вообще новатор, гений и супермолодец. Он сделал много всего. Он начал работать как раз с пуантилизмом. Он даже сказал на заре еще авангарда послевоенного в 1953 году, то, что от всего я отказался работать с пуантилизмом. Это будет наш собственный мир, наш собственный язык, новая грамматика и никаких нео. Он как раз-таки был критиком того, что есть неоклассицизм, неоромантизм. Он хотел сделать что-то принципиально новое, и он это действительно сделал. Также он говорил, что материал теперь не оформляется как данные заранее, а материал сочиняется, когда ты создаешь уже собственные звуки. И вообще говорил о том, что вот есть много параметров, а в 1951 году случился вообще взрыв такой, это революция параметров, говоря о том, что теперь
есть полифония между этими параметрами. То есть они просто как-то связаны по обычному, а теперь вообще есть широкий диапазон того, что можно с ними делать. И теперь музыкант вместо того, чтобы типовой форме предоставлять произведение, он в основном делает индивидуальный проект вещи. То есть это не нотный лист, это проект именно этого произведения. Ну вот, допустим, для примера, у Гайдна есть 100 симфоний, у Мисовского 27 симфоний, у Прокофьева 9 пьес, у Штокгаузена ни одной пьесы, ни одной симфонии. Он потом только под конец уже своей карьеры выделился тем, что у него есть все-таки один струнный квартет, и то очень специфичный, о нем тоже попозже поговорим. И он как раз причислял электронную музыку как новейшую музыку, и в начале 50-х начал экспериментировать с этим. И он как раз считал то, что электронная музыка не должна подражать ни человеческому голосу, ни натуральным инструментам. Она должна быть сама по себе, и человек должен изобретать новые звуки. И то, что главный критерий электронной музыки – это ее функциональность. То есть под каждое произведение пишется отдельный звук, а не как обычно у тебя есть симфонический оркестр, и вот ты под него пишешь. Теперь технологии позволяют делать так, что ты можешь написать собственный звук и под него уже написать что-то. Также для электронной музыки появился еще один параметр, как раз-таки, который, возможно, он имел в виду под революцию параметров. Это новый объем, скажем так, в плане того, что теперь, когда ты слушаешь электронную музыку, ты можешь источник звука регулировать сам, либо автор может его регулировать. То есть если с оркестром все понятно, вы сидите в ложе, перед вами играют, или кто-то на сцене, то тут не обязательно. То есть колонки расположены так, как считает нужным автор или человек, он может приближаться, отдаляться, и от этого сильно все зависит. Например, у Лемонта Янга, композитора, есть его легендарный Dream House, «Дом мечты». Это, по сути, комната с кучей колонок, на которых играет разная частота, и при перемещении из одного части помещения в другое у тебя получается так полифония, то, что ты перемещаешься по звуку буквально. То есть это такое как болото такое звуков, в котором в каждой точке он звучит по-разному. Точно так же и здесь он подразумевал то, что электронная музыка имеет теперь еще и новый параметр в виде приближенности и отдаленности. Его называл электронную музыку эрой космической музыки. Вот, тут есть цитата, что в 51 году я почувствовал, что вся прежняя музыка принадлежит другой эре, и та эра полностью закончилась. После первого произведения «Перекрестная игра» я почувствовал, что началась новая эра совершенно иными методами композиции. Я сочинял так, как если бы был астроном из другого мира, реорганизующим планеты и звуки, а также циклы, временные пропорции. Я даже стрелял себя не только со звуками, но и с созданием звуковых миров. С той поры я знаю, что новая музыка началась около 51 года. Мало того, что Штокгаузен одним из первых придумал электронную музыку, хотя, если так подумать, то я уже упоминал то, что был Обухов с его звуковым крестом или Лев Термин, который придумал термин «вокс». По легенде, на термин «воксе» еще и Ленин играл даже. Так вот, включая все эти данные, они в основном играли на этих произведениях готовые композиции именно как на классических инструментах. То есть Штокгаузен пошел дальше и начал играть абсолютно по-другому. Например, вот здесь есть нотация стадии number 2, в котором видно то, что вот на верхней части это частоты, то есть человеческое ухо воспринимает от 20 до 20 тысяч герц. И вот эта высотная диаграмма не нот, а именно частот. То есть много частот запихнуты в один блок, ниже есть временная линия, а еще ниже громкость. То есть это уже по-другому ставит нотацию. Тоже к сведению, то есть в 98 году в Цюрихе, посвященном 70-летию Штокгаузена, проходит технофестиваль, на которых были специально выпущены марки с надписью «Папа Техно». И то же самое повторилось еще через два года на фестивале «Сонар». И сам Штокгаузен считал, что техномузыканты делают именно то, что он вообще изначально и хотел. То есть они реорганизуют электронные звуки, не похожие на живые инструменты, и создают из них композиции.
И как-то в интервью его спросили, вы действительно считаете, что вы изобрели техно? Он говорил, что да. Сейчас мы послушаем композицию «Study No. 2» 1954 года. К техно это имеет мало отношения, но вы поймете, что это действительно новая вещь для 50-х годов, учитывая, что тогда, в принципе, осциллятор был достаточно тяжело, а единственный синтезатор, который существовал, это телармониум. Он занимал 20 тонн веса и примерно цех, так как тогда не было доступных резисторов и прочих компонентов, то каждая нота управлялась именно сложной системой проникания тока. Как раз когда появились осцилляторы, Штокхаузен сразу взял на вооружение, и сейчас вы услышите композицию. Да, на техно мало похоже, тоже могу сказать. Но если наложить бочку 128 удар в минуту поверх этого, то, скорее всего, это будет хит. Как я говорил до этого, то, что Штокхаузен, у него не было симфонии или каких-то камерных оркестров, но все-таки есть одна выделяющаяся композиция, которая стала, наверное, самой известной в его творчестве. Это произошло еще в 1991 году, причем он вообще изначально отказывался от ее воплощения, потому что его, эту композицию заказали Штокхаузену, профессор из Зальцбургского фестиваля. Изначальной реакцией Штокхаузена был полный отказ, потому что он говорит, что не хочу я струнный оркестр эти ваши использовать, вообще всю жизнь шел против этого, а вы тут мне предлагаете это сделать. Но однажды ему ночью приснилось, то, что он летит над этими вертолетами, эти вертолеты прозрачные, в них сидят скрипачи. И он тогда понял, что да, надо делать. И он еще сказал, что в этот момент было жужжание пчел, и это жужжание пчел был волшебный звук для него. Поэтому он совместил А плюс Б и сделал вертолетный квартет струнный, в котором, собственно, струнный квартет, каждый из его участников сидел в вертолете, и играл во время полета, и вертолет немалую важную часть играл в этом произведении, так как шум лопастей при изменении скорости, посадке, подъеме издает разные звуки и выполняет роль своеобразной ритм-секции. Как происходило само произведение? Оно вообще произошло только в 2001 году, потому что в 1995 году это записали на диск, но живого представления не было, так как в 1994 году на Штокхаузена атаковали партия зеленых, сказав, что вы что, столько будете вредных веществ и топлива для вертолетов использовать ради какой-то пшивой пьесы. И поэтому только в 2001 году это было исполнено так, как следует. А как это выглядело? То есть люди сидели в зале,
перед ними стоял, собственно, Штокхаузен за звукорежиссерским пультом, и в режиме реального времени микшировал звук каждого из участников струнного квартета и шум вертолетов. В этот момент сзади на экране как раз-таки демонстрировалась камера из каждого вертолета. И под конец этого произведения вертолеты садятся, участники выходят на сцену, сразу с вертолета, сразу на сцену, все, конец. Это было очень эпичным произведением, поражающим вообще сознание. Что можно еще сделать с музыкой, чтобы кого-то удивить? Штокхаузену это удалось. И сейчас мы увидим, как это было плюс-минус приблизительно. Это запись 2001 года, как раз с первого показа официального. Сейчас узнаем и услышим. В общем-то, чтобы вы понимали, даже у водителей, у пилотов вертолетов были свои партитуры, то есть они должны были наворачивать определенные круги, определенную скорость это все соблюдать, подниматься, опускаться четко по таймингу. Сами участники квартета также тренировались на земле, изолировавшись друг от друга, потому что, естественно, когда ты в наушниках и с микрофоном, которые чисто для каких-то вот Eins-2, то есть каких-то базовых посылов, ты не можешь услышать другого участника, ты должен также четко понимать свой тайминг, чтобы это ну, в режиме реального времени на экранах, допустим, выглядело так, как будто бы они находятся вместе. Поэтому считается, что да, величайшее произведение, о котором нельзя было упомянуть, хотя, казалось бы, это 95-м оно записано, в 2001-м исполнено, это вообще уже ни разу не послевоенный авангард, но просто раскрыв фигуру Штокхаузена на полную катушку, расскажу, ну, рассказал про это. Следующий у нас небезызвестный Джон Кейдж. Это американский композитор, философ, поэт, музыковед, художник. Он был одним из ведущим лицом послевоенного авангарда, который успел засветиться примерно везде и повсюду, потому что он был своеобразным мостиком между авангардом первой волны, так как он начинал еще в 30-е, он был в авангарде второй волны, а в конце вообще закончил движением «Флюксус». То есть он примерно во всем, в чем мог участвовать, участвовал и повлиял на такую прорву людей, что его влияние невозможно недооценить. Сам Кейдж учился у Шонберга, который был как раз-таки композитором Нововенской школы. Он восхищался учителем, но при этом он бросил учебу через 2 года, после того, как Шонберг сказал, что пытается учеников своих лишить способности сочинять музыку, ну, преднамеренно.
И сам Кейдж говорит, что после того, как я учился у Шонберга в течение 2 лет, он сказал, чтобы сочинять музыку, вы должны иметь ощущение гармонии. Я объяснял ему, что у меня не было чувства гармонии. Тогда он сказал, что я буду всегда сталкиваться с препятствиями так, как если бы пытался пройти сквозь стену. Я сказал, в этом случае я посвящу свою жизнь тому, чтобы биться головой об эту стену. И он, мне кажется, пробил все стены, которые только можно было пробить в 20 веке. Кейдж окончательно похоронил идею структурализма и пошел дальше в постструктурализм. И несмотря на достаточно большие возможности сериальной музыки, пуантилизма и так далее и тому подобное, Кейдж очень сильно увлекался восточной философией, дзен-буддизмом, что вообще, на самом деле, вот именно восточная философия дзен-буддизма очень много от Кейджа перешло к другим деятелям, в том числе, вот, допустим, это вдохновился Джон Мачунес, основав движение «Флюксус», Лемонт и Янг, который основал минимализм, то есть, опять же, практически все обязаны Кейджу. И в этот момент центральной частью его творчества становится включение случайности в произведение, так называемая алеаторика. Истоки этого всего следует искать в книге «Идзин» китайской. Это называется «Книга перемен». Вообще, произведение «Музыка перемен» основано вот как раз-таки на этом трактате. То есть оно написано полуслучайно. То есть, как и «Инь-Янь», это произведение состоит наполовину из прописанных заранее вещей, а половину из случайных, в которых исполнитель может, допустим, менять местами какие-то куски произведения. И вообще Кейдж изначально, когда писал это произведение, он гадал по этой книге «Идзин», вот эти вот иконки, которые вы видите сбоку, это называется триграммы, и результат каждого образуется так, что ты трижды подбрасываешь монетку, записываешь длинную или прерывистую черту, шестикратно подбрасываешь монетки, образуются 2 триграммы, и из их пересечения создается еще один, и так создается матрица 64. Да, мудреная система. И каждому триграмму он посвятил какой-то из аспектов композиции. То есть это мог быть темп, или длительность, или вообще звук. И несмотря как раз на включение случайности, там есть весьма конкретные места, в которых ничего не меняется. То есть скелет остается, но есть дозволенность в плане изменения тех или иных вещей. Оно устойчиво, но вариативно. И сейчас мы послушаем, я подобрал максимально кислотный видеоряд для того, чтобы, который только нашел на YouTube, чтобы вы полностью оценили момент включения случайности. Любимая часть. То, чего все, наверное, так долго ждали, и, наверное, все знают, это 4.33. Впервые это
произведение, или хэппенинг, или как угодно можно назвать, прозвучало в 52 году. Да, если кто не знает, произведение 4.33 состоит из того, что музыкант, точнее пианист, молча сидит перед пианино 4 минуты 33 секунды. При этом произведение делится на три части. 30 секунд, 2 минуты 23 секунды и минута 40 секунд. Это трехчастное произведение. Главная его как раз-таки особенность заключается в том, что происходит вокруг, то есть именно звуки окружения. Да, ты не играешь ни одной ноты, но важно не то, что происходит на сцене, а то, что происходит вокруг. Ты вслушиваешься в окружение. Это максимально радикализированные произведения, естественно, которые, в принципе, бросают вызов всему. Но очень важно, что оно исполняется на сцене именитым композитором. Джон Кейдж уже тогда себе заработал гигантское имя. Исполняется именитым пианистом. И вот на афише написано: «Джон Кейдж представляет пианист такой-то». Будет произведение. Все собрались в зал, все сидят, чего-то ждут. Выходит пианист, открывает крышку рояля, а у него пустой нотный лист с надписью «Тацет». Это означает «ждите». И вот 4 минуты 33 секунды ничего не происходит. И народ, естественно, бушевал, бунтовал, не понимал, чувствовал себя обманутым. Но при этом очень важно, что само имя и сама атмосфера задавала то, что народ слушался так, как будто бы это симфония Баха. То есть они ждали чего-то, и поэтому сохраняли гигантскую концентрацию на том, что сейчас произойдет. И эта концентрация, ну, не могла бы быть возможна в обыденной жизни, когда как человек заставит слушать окружение 5 минут? Да никак. То есть это как раз-таки позволило создать ситуацию, в которой большая группа людей слушается в окружении. Очень важная часть о этом произведении также заключается в чем? В том, что почему именно 4.33, почему именно время? Потому что время – это единственный параметр, единый для тишины и звука. То есть и тишину, и звук, и шум можно измерить только одним временем. И он использовал это в полной мере. И вообще развил идею того же Шонберга о включении шума в произведение, только довел это до абсолютного абсурда. И максимализировал, радикализировал это все, включая только окружение. И Кейдж сам говорил то, что они упустили суть. Нет такой вещи, как тишина. То, что они считали тишиной, потому что не умели слушать. Было полно случайных звуков. Во время первой части было слышно, как снаружи шумит ветер. Во время второго по крыше начали барабанить капли дождя. А во время третьего люди издавали всевозможные интересные звуки, когда разговаривали или выходили. Так как о Кейдже можно говорить бесконечно, сразу же переключимся на Луиджи Нуно. Вернемся к сериальной технике и пуантилизму. Нуно также был одним из первых композиторов, который преподавал в Дармштадтской школе. Был вместе с Булёзом и Штокхаузеном. Сам Нуно – итальянский композитор, который был участником сопротивления антифашистам и вообще, в принципе, скажем так, социалистом. И это очень сильно влияло на его творчество, в том числе. Так появилась, например, в 55-м году «Прерванная песня». Это формат кантаты, то есть это вокально-инструментальное произведение для солистов хора и оркестра. И все произведение состоит из писем и текстов участников сопротивления. То есть это письма из концлагерей и участников как раз-таки сопротивление. Само произведение написано в сериальной технике, но при этом оно было неоднократно встречено достаточно спорно, потому что было очень сложное. Само произведение также берет текстовую основу и дробит ее на слоги или вообще на синтгамы в плане фонового сопровождения. И как раз-таки здесь метод пуантилизма тоже очень ярко используется, в котором в одиночном звуке может быть миллиард параметров, включая высоту, длительность, громкость, тембр и так далее и тому подобное. И тем самым это оправданный отказ от тематизма и от мелодии ее в классическом понимании. И сейчас мы послушаем фрагмент из «Прерванной песни».
Еще один забавный факт, то что в свое время он женился на дочке Шонберга, тем самым «Авангард 2» и «Авангард 1» буквально поженились. Следующий наш герой – это Дёртли Гетти, и вообще такое понятие, как сонорика. Вообще в идее сонорики лежит музыка звучности, то есть делающая звуковой единицы не отдельный звук, а тот самый сонор, который является комбинацией звуков разной высоты и тембра. И если взглянуть на нотный лист, то, думаю, видно именно плотность нот, которая, в принципе, особо не меняется. То есть они очень протяженные по времени, образующие сложных таких аккордов. Допустим, вот есть определение сонорики как музыки звучности, в которой при ярком ощущении краски звучания различается лишь меньше из образующих ее тонов. То есть в основном это какая-то тянущаяся вещь, в ней есть мелкие вкрапления, и они плавно пересекают друг из друга. Лигетти в свое время вот, выбрал самостоятельный путь, пригласив возврат к открытой музыкальной выразительности. И как раз-таки вот выражение звукокрасочности. Это выражается вот в его произведениях «Атмосферы» и «Видение». Сегодня послушаем «Атмосферы», которая также полна микрополифонии и его придуманной техники. Вообще корни Лигетти идут чуть раньше, чем «Авангард». Это Дебюсси, Вагнер, ну и немножко Шонберга, конечно. Еще он говорил о том, что первоначальными были представления о широко разделенных лабиринтах, заполненных звучаниями и нежными шумами. Мне кажется, вот эту вот фразу, которую я никогда бы не выговорил с первого раза, максимально говорит о его произведении. Вы сейчас в этом убедитесь. Еще ниже есть также график, который вежливо я стырил с YouTube, на котором видно частотность, ну, словно высотность, да, от до 0 до 6 октавы. То есть тут вот это вот вся... Все произведение «Атмосферы» поделено на части, и тут видно, как они по времени и высоте распределены, то есть где-то они занимают примерно весь возможный слышимый на инструментах частотный диапазон, где-то поднимается, где-то опускается, есть какие-то мелкие вкрапления, но в основном это вот такая тягущая масса. И сейчас послушаем фрагмент «Атмосфер» Дёртли Лигетти. Да, ну,
Думаю, вы успели оценить. В принципе, сейчас это направление называется дроун, дроун-музыка, в которой, допустим, есть какая-то конкретная нота, она тянется, и там есть мелкие вкрапления. Вот Лигетти в свое время, в 61-м году, это придумал еще до всех в таком исполнении оркестра. Мне очень жутко интересно было бы послушать это вживую, потому что вот с таким оркестром на, я не знаю, сколько там человек, там не десятки, мне кажется, там уже около сотки, то есть сидишь в зале, и вот с этой акустикой, мне кажется, это действительно не что иное, как музыка звучности и создающая полную картину в голове. Еще одно произведение Лигетти, оно уже более перформативное, но оно также относится к сонорике. Это поэтическая симфония для 100 метрономов. Это, наверное, самое известное его произведение, которое часто упоминается в саунд-арте, так или иначе. Это пьесы, в которые 100 заранее запрограммированных метрономов запускаются одновременно. Они запрограммированы на разное время остановки. То есть здесь человек одновременно запускает каждый по 10 метрономов. Это не идеально, естественно, получается. В свое время там все-таки придумали механизированный способ запустить их все одновременно. Но так или иначе, каждый метроном, он не идеален. То есть это не идеальное устройство, у которого есть микроотставание. И то есть это звучит как рой сверчков или какой-то стук капелей по крыше. В свое время она тоже вызвала скандал из-за того, что народ просто не понимал, что это и зачем это. Но при этом некоторые воспринимают это как сатиру на какое-то механизированное средство композиции, а другие, наоборот, видят в этом трагизм, как все-таки мы говорим про послевоенный авангард. То есть это в первую очередь как рефлексия военного времени и утрат. И в целом произведение, в котором 100 одинаковых фигурок, неидеальных, похожих на человечка, которые махают ручкой своей, и они потихоньку затухают, каждый, и до тех пор, пока не остается только один, и он затухает. Произведение в целом длится до 20 минут. В Москве в 2021, если не ошибаюсь, делали тот же показ, в котором 25 минут это длилось, и я не знаю почему, но многие гордятся это тем, что дольше всех играло в Москве. И сейчас предлагаю это 5-минутный отрывок, чтобы полностью проникнуться. Это, наверное, самый длинный отрывок, но зато вы увидите всю степень трагизма.
И вот после длительного перерыва переходим к следующей части. Это конкретная музыка. Так как послевоенное время было обусловлено не только какими-то философскими взрывами или взрывами из разряда того, что давайте отвергнем все старое, были еще и технологические как бы революции, в том числе и доступность техники. И в этот момент как раз появляется конкретная музыка. Заключается она как раз-таки в том, что записаны звуки окружающего мира, и при помощи манипуляции на тот момент с пленкой, сейчас уже и на компьютерах можно спокойно, и при помощи манипуляций ты создаешь произведение, созданных из этих звуков. Придумали эту вещь Пьер Шефер и Пьер Анри в 48 году, когда образовали группу музыкальных исследований. Знаменитое первое исполнение было в 48 году, 5 октября. Оно называлось «Концерт шумов». Критики воспринимали это прохладно, как нечто из разряда неинтересное само по себе, из разряда «давайте, это будет подкладка под радио», но это не самостоятельное произведение. На что Шефер сильно обиделся и вообще хотел воспринимать, ну, хотел, чтобы его воспринимали произведение как произведение, а не какую-то находку или подложку. И поэтому в свое время еще начал вставлять в произведение отрывки записанных инструментов, в том числе это фортепиано и других реальных каких-то. Вообще Шефер считал, что реальные звуки могут вызвать чувство у человека. То есть что такое фортепиано? Это какой-то абстрактный инструмент. А вот что такое шум дождя? Это весьма реальная вещь, которая вызывает какие-то реальные эмоции. И поэтому было логично использовать шумы реального мира для того, чтобы вызвать у человека определенные эмоции или даже конкретные ассоциации. Поэтому музыка конкретная. Конкретные звуки, конкретные ассоциации. То есть используются фиксированные звуки вместо нотации. Нотация упраздняется, все звуки записаны на пленке. Для того, чтобы играть, скажем так, конкретную музыку, ничего не нужно, кроме воспроизводящей машины, то есть кассетного проигрывателя на тот момент. Также Шефер в 1955 году придумал термин «акусматическая музыка» для описания слушательского восприятия конкретной музыки. И тут надо упомянуть про такую вещь, как редуцированное слушание или сокращенное слушание. Что под этим подразумевается? Подразумевается под то, что, в принципе, конкретная музыка, да, хоть она и конкретная, но Шефер призывал к тому, чтобы воспринимать звук сам по себе, отдельно от его источника. То есть, да, ты слышишь звук поезда, но надо отвергнуть то, что это звук поезда, и придумать, ну, дать звуку быть самим собой. И тем самым, то есть создается произведение из готовых звуков, но при этом игнорируется их источник. И сейчас послушаем «Этюд Патетик» Пьера Шефера. Вообще, как бы ни казалось то, что конкретная музыка – это тоже достаточно авангардное направление, которое сейчас мертво. На самом деле это не так, как минимум, потому что, допустим, Пьер Анри в свое время написал достаточно, ну, такую поп-композицию под названием «Психорок», который до сих пор вы можете слушать в заставке мультсериала «Футурама». То есть это тот трек, который используется до сих пор, хоть немного в видоизмененном виде, но весь мотив остался тот же самый, и это тоже конкретная музыка. Саму конкретную музыку как бы в первоначальном виде действительно тяжело слушать, потому что техника на тот момент была достаточно несовершенна. Шефер работал в радиостанции, поэтому у него был доступ к передовым технологиям на тот момент. Это кассетные бобины, необходимое оборудование, микрофоны. Но тяжело было составить какую-то композицию с тем набором ограничений, который был на тот момент. Сейчас конкретная музыка, да и на самом деле уже 70-х годов, активно используется при написании композиции. Например, в свое время Beatles и Pink Floyd на своем первом альбоме активно использовали конкретную музыку как приемы для создания произведений и треков. И сейчас послушаем, опять же, прервался надолго, «Этюд Патетик» Пьера Шефера.
Можно сказать, что Пьер Шеффер и Пьер Анри – первые диджеи, которые появились на планете Земля. Да, на самом деле тяжело вот понять с первого раза вот это редуцированное или сокращенное слушание, потому что когда проезжает поезд или слышишь, как крышка падает, тяжело рассоединить связь между источником и получившимся результатом. Но если сильно постараться, то в целом можно абстрагироваться, и звуковая картина в таком случае поменяется. Следующий жанр, о котором я хочу поговорить, направление, скажем так, это уже не относится к авангарду напрямую, но является прямым продолжателем всех идей. И думаю, на этом можно как раз-таки гармонично закончить рассказ о второй волне, как то, к чему оно привело. Это минимализм. Это направление, которое существует за счет маленьких изменений в высоте одного звука или аккорда. То есть, по сути, это вот как сценаристика была до этого, только здесь минимализм. А вообще, он, термин минимализм введен критиками Найманом и Джонсоном в 70-м году. Использовался с середины 70-х. Но при этом был очень противоречиво даже встречен, собственно, музыкантами-минималистами, потому что один из самых известных музыкантов Филипп Гласс сказал, что это слово должно быть искоренено. То есть он не хотел себя называть минималистом, потому что считал, что значит, ты ничего не делаешь, если ты минималист. Вот. Но название появилось только из-за того, что в свое время минималисты были ассоциированы с таким же направлением в искусстве изобразительном, потому что появилось оно примерно в одно и то же время, и зачастую композиции минималистов были как раз-таки в художественных галереях. То есть минималистов мало где встречали с распростертыми объятиями, и они вот ходили по галереям, музеям, каким-то общественным местам, но не в каких-то концертных залах по первому времени. Сам минимализм как бы не родился в 70-е, он был еще и до этого. Первоначальником, кто это сделал и опередил все это направление на почти 60 лет, это Эрик Сати, известный модернист, которого, наверняка, все знают по «Гносиянам». Он в свое время написал такую вещь, как меблировочная музыка. Это та музыка, которая должна быть максимально игнорирована при прослушивании, и она должна играть в помещениях. То есть все произведения назывались, например, «Стена кабинета префектуры» или там «Гостиная чья-то». То есть это, по сути, акустическая занавеска, так называемая. Но тогда это не оценили. Скажем так, я бы сказал, даже слишком оценили, потому что для Сати было оскорблением тем, что его музыку слушают. То есть он хотел создать музыку, которая будет максимально неофоновой. То есть, в принципе, то, чем сейчас занимается, наверное, тот же самый эмбиент и минимализм. То есть это что-то, что должно раствориться в среде и быть... Если ты захочешь слушаться, ты слушаешь. Если не захочешь, оно достаточно фоновое, создает определенное настроение. Но народ приходил в определенные места, где как раз-таки это играло, и просто стояли, слушали. То есть для них это не было чем-то фоновым, это было полноценное произведение. Но при этом это очень короткие музыкальные фразы, повторяемые без конца. И сейчас послушаем как раз-таки композицию «Стена кабинет префектуры».
Она длится, сама трек, 15 секунд. Но я оставил 2 повторения, чтобы это было не слишком коротко, и вы поняли сам принцип. Мне кажется, достаточно яркое произведение, чтобы его игнорировать в спокойной мере, поэтому я прекрасно понимаю людей начала 20 века, которые приходили в определенное помещение и слушали эти произведения. Основателем же минимализма как минимализма является композитор Ламонт Янг, который как раз-таки был учеником Кейджа, очень сильно был вдохновлен его тягой к Востоку, к учению дзен. И в 60-е годы он пришел к своему стилю. Вместе Кейдж и Янг были как раз-таки в Флюксусе. Флюксус – это объединение художников, которые считают, что взаимоотношения между искусством и жизнью полностью в связке. И у них также главенствовало то, что любые произведения должны быть исполнены кем угодно, как угодно, и быть в доступной легкой манере написаны так, что каждый человек это может сделать в виде инструкций. И вот как раз-таки одно из первых произведений, которое написано в стиле минимализма, это серия композиций 1960-х, их много. Например, вот это самое музыкальное. До этого они как-то достаточно более абсурдно пространные, но тоже как раз-таки это такой... Сильный привет Кейджу. Например, композиция 1960 номер 5 подразумевает то, что должен слышать бабочку, выпущенную в зал. Естественно, ты ее никогда в жизни не услышишь, потому что ну, как ты можешь услышать порхание бабочки на большом расстоянии. Это что-то, то, что ты должен себе вообразить, воображаемый звук, скажем так. Композиция 1960 номер 7 заключается в простой инструкции. Есть две ноты. Держи их долгое время. Это все. На пианино это, в принципе, достаточно короткое произведение, потому что даже с педалью сустейна ну, звук затихает. Но тут входят струнные и синтезаторы, и тут можно играть сколько угодно. Некоторые версии этого произведения длятся 2 часа, например. И это как раз-таки тоже походит на дроу-музыку, на сценаристику, только... Если сонор – это кластер, это гигантское нагромождение нот, это музыка звучности, здесь весь элемент в простоте и такой обезоруживающей простоте. И сейчас послушаем небольшой фрагмент и словим немножечко дзена.
это запись 61 года одного из самых первых задокументированных исполнений этой композиции. Она исполнена струнами, но из-за того, что это записано на уже полуразрушенную пленку, скорее всего, со временем она уже полуразрушилась, добавляет дополнительный окрас. В целом она еще более скупо звучит. Сейчас это просто еще там перепады по громкости из-за того, что пленка крошится условно. Вообще минимализм – это такая музыка, которую вообще резко встретили в свое время, потому что у нее не было, опять же, даже в серийной музыке, даже в сериальной музыке, даже в додекафоне, где угодно, есть хоть какая-то драматургия, развитие, кульминация, контраст. Здесь нет ничего этого. То есть все выполнено достаточно скупо, аскетично. И вообще в целом, вот как раз упоминал философию Востока, есть такая вещь, как индийская рага. Это распевание одной ноты очень длительное время для медитации. И как раз-таки Лемонте Янг, и в том числе Терри Райли, о котором сейчас поговорим, они были как раз-таки целиком и полностью вовлечены во все это. Сам Райли говорил о том, что он занимается рагой там по несколько часов в день уже много лет. И, в принципе, тоже Райли говорил про то, что сейчас минималистичную музыку меньше слушают, наверное, потому что хиппи уже ушли. То есть вообще все сочетание 60-х это выражается в минимализме, в том числе то увлечение психоделиками, восточной культурой и каким-то контркультурным, в том числе противоставлением всему, что было до этого, как и было до этого. То есть каждый подходит и говорит, пошел отсюда, я придумал что-то новое. В 64-м году он написал свое самое знаменитое произведение, называется «В до мажоре». Вся его суть заключается в том, что есть 53 маленьких отрывка. Они все от полутакта до 32 тактов. Играть можно на любом инструменте, в любом составе, сколько угодно человек. Главное, чтобы было, ну, достаточно много. Есть один человек под названием Пульс, он играет только ноту до. Все остальные начинают с единицы, и в любой нужный момент для себя они перескакивают на следующую, либо пропускают какую-то часть. И так до тех пор, пока последний человек не сыграет 53-й отрывок. То есть это тоже гибкое произведение, созданное из маленьких отрывков, все они в до мажоре, естественно. Но это такое гипнотическое тоже произведение, в котором длительность может зависеть только от исполнителей, от их... Да, еще важно, что минимализм – это про... именно мастерство каждого музыканта, потому что в целом это очень минималистичный, ну, очень минималистичный вводный, но требует очень много концентрации. То есть тебе нужно постоянно отслеживать, как другой человек играет другой отрывок и понимать, нужно ли тебе перескакивать или не нужно перескакивать. То есть это достаточно гибкое произведение, и по длительности оно там от 10 минут до 2 часов, в зависимости от того, кто это играет, в каких обстановках и какой состав вообще коллектива. Сейчас послушаем маленький отрывок, он даже сокращен. Самый маленький не смог найти, но вы поймете, в чем суть произведения и всю гипнотичность его. Thank you.
Так еще целый час. Да, то есть это очень гипнотичная, погружающая вещь, в котором как будто бы это единый поток, который слабо меняется, и в этом его суть. То есть вот вы видели, один человек сидит на гонге просто... Это тот самый человек, который должен задавать просто именно ноту до. Все остальные, как бы тоже, естественно, в до-мажоре написаны, и плавно перетекают из друга друга в друг друга. То есть один начал играть третью часть, второй только вторую доигрывает, начинает подстраиваться по третьего и так далее, и тому подобное. То есть это такое... лавинообразный, всегда перформативный. Поговорим об еще одном великом и ужасном среди минималистов, это Стив Райх. Он также помогал Терри Райли с написанием Индо, Инси, уже все это, полилингвизм начался. Стив Райх начинал с работы с кассетными пленками как раз-таки. Вот, можно сказать, что пытался развить идеи конкретной музыки. Вообще он случайно начал всем этим заниматься, потому что однажды он записал проповедника на улице, который говорил о скором конце света, записал это на две пленки, и так как у него проигрыватель был тоже дряхлый, старый и вообще никуда не годится, каждая из пленок игралась с чуть разной скоростью, тем самым Стив Райх случайно придумал фазирование. Это способ, в котором начинается все одинаково, но из-за очень маленького разницы в скорости оно смещается до тех пор, пока не повторится в противофазе. То есть начинается с короткой музыкальной фразы, повторяющейся, но так как второй игрок или вторая пленка отстает, то этот рисунок сначала усложняется, а потом снова собирается в едино. И вот так вот он написал целую кучу произведений. Это «It's Gonna Rain», в котором просто как раз-таки вот этот проповедник «It's Gonna Rain», «It's Gonna Rain», «It's Gonna Rain», «It's Gonna Rain». И так вот 20 минут постепенно выросла у него и снова схождение. Также у него есть «Come Out», тоже из этой же вещи. Дальше он пошел еще дальше и вдохновился тем, что у Райли получился с оркестром. Он хотел как раз-таки сделать то же самое, только не с кассетными пленками, а с живыми музыкантами. Первым его экспериментом был «Reed Face» 1966 года, где он совместил пленку и саксофониста. А дальше как раз-таки он пришел в 1967 году к написанию «Piano Face», как раз-таки для двух пианино. Сам он не имел двух пианин, поэтому он сначала записал эту композицию на пленку, а потом сам себе наигрывал. И это как раз композиция, как я и говорил, про то, что музыкант очень должен быть дисциплинирован и отдаваться собственному ритму, потому что это очень тяжело, когда у тебя смещение не в какой-то такт или полтакта, а вот буквально в миллисекунды на протяжении какого-то длительного количества времени. Например, вот нотный лист показывает, что... Ну, это только первый лист. В котором начинается все одинаково, присоединяется второй игрок, играют одинаково, и чем дальше, тем больше они расслаиваются. И это вот главный принцип фазирования, который Стив Райх писал много своих композиций. И Стив Райх, опять же, то есть если, допустим, у Кейджа есть алеаторика и включение случайности, то тут он наоборот говорит, что все детерминировано, никаких изменений быть не должно. То есть должно быть все гиперчетко. Сейчас мы послушаем «Piano Face» с визуализацией того, как все это происходит. В целом могу сказать то, что потом на сцену вышел такая фигура, как Филипп Гласс, и окончательно превратил то, что сначала даже критики не особо приветствовали, в то, что стало поп-культурой. То есть Филипп Гласс популяризировал минимализм настолько, что начали включать в саундтреки, приглашать в концертный зал, куда вообще раньше авангардистам места не было. И тем самым популяризировал направление минимализма.
Метод так же прост, как и гениален. В принципе, вот так вот Сифрех случайно открыл такую вещь, как смещение, которая, казалось бы, должна была существовать уже много лет до этого. И вот на этом закончим. То есть, по определению Холопова, музыкальный авангард пышно расцвел в 50-60-е годы, пышно зацвел, как зацветает остывшая, остановившаяся вода 60-70-е, а дальше началась раскладываться, становясь общим местом. Наступило время, когда в литературе и искусстве называют по-разному, это пост-авангард, анти-авангард, постмодернизм и так далее. Один из композиторов, уже более новых, Арво Пьярт, которого причисляют также к русским, хотя не русский вообще, дал крайне лаконичную формулировку тому, что случилось, то, что модерн – это была такая война, а постмодерн – это руины этой войны. То есть во время, скажем так, вот модернизма, который существовал, придуманы куча всяческих теорий и идей, постмодернизм их берет, пересобирает, рекомбинирует, делает симбиоз всех доступных техник и композиторских решений, которые были уже до этого. То есть переоценивается все, что было создано в столетии. И вот Пендерецкий говорит, что «я верю, что шанс выжить имеет та музыка, написанная в естественной манере, синтезирующая все, что произошло за последние несколько десятилетий». В принципе, так и есть. И о том, чем обернулось все это великолепие после 70-х по наши дни, узнаем на следующей неделе на лекции про современную музыку.